Здравствуйте, мои дорогие друзья! Праздники никто не отменял, и мы должны быть красивыми. Поправлю свое. Помните ожерелье, которое я когда-то сделала сама? Итак, стараюсь быть красивой и одеваться, поскольку ну, в общем, очень хочется, сейчас тем более. И для этого я сделала несколько покупок, очень интересных, очень хороших. Вы их сейчас увидите для своей красоты. Ну и для хозяйства мне тоже сын подарил кое-какие подарки, которые я отвезу на дачу. А я вас обнимаю, целую. Сегодня так тепло на улице, просто жара. И очень хочется пойти погулять. Наверное, мы все-таки пройдемся. Ну, отчет о прогулке я покажу вам потом. А сейчас я вам покажу свои приобретения. Всех люблю, целую, до встречи. Для дачи я заказала из магазина Хоп вот такие две прекрасные лягушечки. Одна мне еще в упаковках, вот вторая уже есть. Это для моего сада, повторяю. У нее очень большой размер, это из полистоуна она, и размер ее примерно 20 на 20 на 16 сантиметров. И вторая моя покупка — замечательный горшок башмак с двумя синичками. Он тоже достаточно крупный, 25 на 21 и на 14 сантиметров. И повторюсь, еще у всех фигурок это из полистоуна, достаточно прочная, можно долго сохранять в саду, использовать, не бояться ни дождя, ничего. И если это были уценки, если первые лягушечки были чуть меньше 500 рублей, то это где-то за 800 рублей. Вот. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у меня день посылок, день сюрприза, день подарков. И я получила вот это вот из Орифлейма. И сейчас я эти коробочки все вскрою. Не буду вас долго утомлять, покажу, что я вам получила. Здесь в основном краска для волос, и для меня, и для своей подруги я покупала. И если раньше я покупала по 2-3 пачки, то упаковки, то теперь я купила очень много и себе, и подруге, потому что парикмахерские не работают, приходится нам заранее все покупать, тем более, что предстоит еще переезд на дачу. И там тоже, в общем-то, всегда ездил в парикмахерскую в Александров. Ну, а теперь неизвестно, когда поедем. Так что, видите, коронавирус накладывает на все какие-то изменения. И помимо краски я купила свое любимое мыло. Массажное, вот видите. Очень приятный запах, замечательный. Здесь такая же упаковка. Вот мыло еще купила. Клубничное. Ну, настроение надо поднимать как-то. Ну, зубную пасту и очень хорошие здесь кремы для рук с арникой. Такие, которые защитные и залечивают раны. На даче все может быть. А в связи с коронавирусом, конечно, не хотелось бы никаких ран иметь. Ну, вот это все, что есть. Лак, который я купила для ногтей. Ну вот,
Теперь мы делаем маникюр сами. И очень, конечно, приятно, что бесплатная доставка на дом. Передали просто посылку и ушли. Ну, во-первых, увидите мультивитамины в упаковке. Только что вот к нам приехала эта пачка запакованная. И до этого он мне еще дарил вот они такие. Для женщин на каждый день. Здесь, в общем-то, все витамины. И здесь вот все, что нужно для организма женщин. Тем более сейчас весна, и наш организм нуждается вот в таких витаминах. И еще одна покупка – это вот очень хорошая крем. Компания, он всегда тщательно выбирает. Ну вот, это и дневной, и ночной крем с улитками. Так что буду продолжать заботиться о себе. И еще покажу, да, это для хозяйства пригодится. Новая крышка Тефаль. С такой очень удобной здесь ручкой. Посмотрите, она складывается. Можно убирать. У меня вообще много Тефали, но она уже, ее надо было кое-что менять. Вот здесь специально ручка такая, потому что мало таких было кастрюль, чтобы ручки вот так вот использовались. Ну, вот эта ручка. Кастрюля. Одна кастрюлька. Не кастрюлька, извините, сковородка. И вторая вот что-то такое приготавливать, типа сотейника. Ну, а вот эту вот маленькую сковородочку мне уже подарила подруга. Здесь специально такое антипригарное. Вот. Напыление. И вот тоже отдельно ручка. Вот так вот раз, и она, в общем, одевается очень удобно. Вот видите, звук удобно. Это кого-то поймали, кто гуляет в это время. Ну вот у нас, да, ездит милиция и ловит тех, кто нарушает правила. Хотя мы уже ходим все в масках. Без масок уже трудно кого-либо найти. Но сегодня так тепло, 24 градуса, что, конечно, люди вышли гулять. Ой, скорее бы на дачу. Все, всех обнимаю, целую. До встречи, мои дорогие. Все будет прекрасно. На улице тепло. Цветут цветы, распускаются листья на деревьях и кустарниках. Боже мой, до чего же красиво! И в голову приходят бессмертные строки Марины Цветаевой. Сини подмосковные холмы, воздухом чуть теплом, пыль и дёготь. Сплю весь день смеюсь, должно быть, выздоравливаю от зимы. Я иду домой, возможно, тише, ненаписанных стихов не жаль, стук колес и жареный миндаль мне дороже всех четверостишей. Голова до прелести пуста от того, что сердце слишком полно. Мимое, как маленькие волны, на которые гляжу с моста, чьи-то взгляды слишком уж нежны. В нежном воздухе едва нагретом я уже заболеваю летом, еле выздоровев от зимы. Целую. До встречи.